Всем привет. Нашел у себя в архивах маленькое видео, вот решил вам показать. Это храм-усыпальница святой мученицы Александры. Маленькое село около города Будапешта в Венгрии. Это часовня Александры Павловны Романовой. Она была первая жена венгерского палатина эрцгерцога Йозефа Габсбурга и старшая дочь царя Павла I. Внутри находятся гербы с надписями на русском и латинских языках. Икон святой Екатерины, которую подарила маленькой Александре бабушка Екатерина II на крещение. Екатерина II писала о ней, что она говорит на четырех языках, хорошо пишет, рисует, играет на клавесине, танцует, учится без труда и выказывает большую кроткость характера. Вот судьба сложилась этой женщины очень сложно. Сначала у нее не получилась свадьба с королем шведским Густавом IV, который отказался от подписи, и обручение не состоялось. Это был просто удар, конечно. И Екатерина II Великая тоже получила первый апоплексический удар. Затем через некоторое время она вышла замуж за Палантина Венгрии, которого влюбилась в великую княжну. Замужем она была, прожила точнее 15 месяцев. Супруг относился с нежностью и заботой. Ну, через определенное время не были роды. На 9-й день ей позволено было встать, а на 10-й она скончалась от родительной горячки. Даже после смерти у нее была просто какая-то ужасная судьба. На католическом кладбище прах ее не желали хоронить. И гроб долго стоял в подвале, где складывали лук. Но наконец пришло приказание похоронить тело на земле, купленной русским правительством, где она и была похоронена.